Лада Елецкая познакомилась с настоящими стилягами. Чуваки и чувихи, хиляем по броду, Невский стрит, как стемнеет. Мы вызываем общество неоднозначную реакцию. С одной стороны, нам завидуют. С другой стороны, нас внутри как-то ругают, даже можно сказать. А потом подходит, может сделать с вами селфи. С удовольствием, господа. Ради бога. Влад, ну посмотри на себя. Это же вульгарно. Блестящие страшные штаны. Сиреневые, зеленые, желтые тона. Вот. Попугайские тона. Ну? Красиво. А что красиво-то? Элегантно. Ярко. Позитивно. В сером Питере. Девушки в платьях, в чулках, со швом. Мужчины приходят в ботинках на манной каше, в ярких носках. Некоторые люди ищут секонд-хендер по возможности. Некоторые шьют. У каждой правильной чуихи должна быть своя швея. Вот я прихожу в магазин и покупаю, допустим, гавайские рубашки. Все, какие есть, все яркие. Галстуки, все, какие есть, яркие. Потому что на самом деле нормальную яркую гетеросексуальную мужскую вещь яркую найти ну, крайне тяжело, вообще нереально. Я сюда ехал на такси, очень так вот пафосно пришлось ехать, потому что на общественном транспорте не рискнул добираться, одежда обязывает, могли неправильно понять на улице. То есть вы поели, что вас побьют? Возможно, да. Жлобы, вы знаете, они никуда не делись. Жлобы, они повсюду. Поэтому надо быть осторожным. Мы всегда с собой берем красивые, яркие зонты. И длинные зонты, но никогда ими не пользуемся. Только чтобы пофехтовать друг с другом, верно? Да и подол юбки поднять, девчонки. Как прохиляли по броду? Прогулка пришла хорошо. Очень нарядно, весело, как обычно, шикарно. Красивые люди, веселые улыбки. Все было прекрасно, идеально. Пока мы не дошли до Елисеевского универмага. Икра черная, икра красная. Но при входе нам велели повернуть назад. Икра не для чуваков и чуих, сказали нам. Извините, так вышло. Далее мы пошли хилять по броду по направлению к магазину «Пассаж». Тут было хорошо, какое-то шоу, дети красивые, но спецслужба магазина неожиданно микрофон вызвала опергруппу. Они хорошие ребята, но почему так произошло, к сожалению. В итоге, после фотосессии, мы сделали ноги из универмага «Пассаж». Круто, пипец! Сравнил. Это же 49-й год, господа. Это вам не хухры-мухры. Весь Невский от нас пищит. Китайцы, австралийцы, это самое, афроамериканцы очень радуются, что мы такие красивые, а они все такие... Я австралиец! Мир злой, а у нас доброта, у нас хорошая аура. То есть у нас как камешек, который падает в воду и расходит волнами добротой. То есть у нас добрые люди, а вокруг злые.